Давно хотел записать видео по поводу ношения данной камеры. Многие уже пользователи приобрели себе, ну, допустим, этот чехол мы оставим пока в сторонке, приобрели себе данную штуку. Я ее немного уже модифицировал 2 раза, но тем не менее очень удобно камера стоит на столе. И очень плотно закрывается один из микрофонов. Вот. Но так ее в сумке не очень удобно носить. А снимать постоянно неохота. Поэтому вместо данного чехла можно прикупить себе вот такой чехол. Все компактно будет стоять, лежать у вас в сумке, в какой-то барсетке. Вот. Механически повредиться сможет только вот эта вот часть. Поцарапаться там. Но речь не об этом. Речь о том, что во время поездки я обнаружил еще одну особенность. Можно полностью отказаться от вот этого переходника в поездке и использовать как штатив для камеры. Вот. Если мы откроем, то у нас будет допуск к звуку. Такой узконаправленный для микрофона. Ну, то есть с функцией штатива вполне себе справляется. Вот так вот элементарно можно запросто взять и использовать не по назначению. Такую вот штучку, защиту. В принципе, как лайфхак, очень даже может быть. Здесь, конечно, мы получаем с двух сторон выходы для того, чтобы заряжать попутно камеру при съемке. Но здесь, во-первых, легкость, компактность и многофункциональность данного чехла. Ссылки на вот такую вот док-станцию для зарядки и на чехол будут в описании. Вот такой вот простой лайфхак. Всем пока!